Здравствуйте, дорогие друзья! Спустя неделю после пролета по рыбе на Ротоне 2015 мы отправились за рыбацким счастьем на Кутулукское водохранилище. Организаторы движок всего этого мероприятия расскажут, что же здесь сегодня нас ждет. Здесь собрались мы на Кутулукском водохранилище, чтобы открыть лед, которое эти мероприятия у нас проходят ежегодно, традиционно. Вот. Ребята уже порыбачили, лед, можно сказать, открыт. Толщина льда порядка 10 сантиметров. Вот. Рыбы, конечно, поймали немного. Но надеемся, что попозже, после обеда, ребята еще попытают свое рыбацкое счастье. Как обычно, на фестиваль съезжается много знакомых рыболовов. Но и новичкам здесь всегда рады. И если вас еще терзают смутные сомнения или вы стесняетесь общества, то на таких слетах вы сможете расстаться со своей стеснительностью и обрести новых знакомых, которые нередко становятся впоследствии друзьями. Как говорится, не разлей вода. Ну и программа наша тоже о людях в поисках рыбацкого счастья. Некоторые рыболовы еще и охотники. Вот и Евгений сегодня решил поохотиться. Но все равно завернул на наш огонек повидаться с друзьями. Пожелаем ему ни пуха, ни пера и отправимся на лед. Лед на водоеме уже вполне солидный и почти непрозрачный, хотя снегу, конечно, не хватает. Под водой достаточно светло, вон даже дно видно в лунку. Маленькая мормышечка, самая моя уловистая. Я больше всех на нее ловил. Глубина небольшая, да? Глубина нет, сейчас, ну, сейчас посмотрим. Нет, там он был мелко, сейчас здесь маленько, значит, поглубже. О, здесь сантиметров. Вот. Вот с той лункой сантиметров на 40, наверное, побольше глубина. Сейчас посмотрим, поищем. Первые попытки найти рыбацкого счастья не принесли желанного результата. Не принесли его и вторые.
Вода мутная. Вот, я говорю, мормышку опускаешь с метров 20-30, ее уже вообще не видно. Может, тут из-за этого активность как-то рыбы мало. Там вот пацаны откуда поймали, там, наверное, может, она как-то отстоялась или еще что. Ну, даже. Рыба вроде она должна быть здесь. Как бы. По крайней мере, вот такой хотя бы окушок есть. Вот, может, из-за мутной водички он не видит нашего мотылька, так сказать. Может, попробуем сходим за поворот туда к ребятам, которые туда ушли. Может, там у них что-нибудь совсем другое. Говорят, там и свальчик получше есть. Или еще что-нибудь. Да вот. Но не всем так тотально не везло. Есть в нашем коллективе вполне удачливые рыбаки. На что поймали? На мотыля, да? Мормышку покажешь? Ну что, порыбачить, порыбачили. Рыбу не поймали, удачи сегодня нет. Может погода, может еще что. Пойдем пить горячий чай и кушать плов. Вон там большая вообще тяжелая, для отсечения нужна Волга. Ну, на Волге, хули, они там. Вот одну исключишь, мы поднимается. Ну, здесь такие промышленные. Где-то самоделки в основном. Не вот остались просто. Вот обычные вот эти лёгкие больше нравятся, чем какие-то навороченные. Ну, раз рыба не клюет, можно потратить немного времени на оттачивание нахлыстого заброса. Геннадий как раз привез один комплект снастей. Ребята с интересом смотрели на завораживающие полеты шнура, затем и сами начали пробовать повторить своими руками. Забавно смотрятся спиннинговые руки с нахлыстом. Сам так же делал. Это ж мышечная память, и мозг долго соображал, когда и как двигать рукой. И только постоянные тренировки сглаживают разницу между «знаю как» и «умею». Собрались сегодня на Кутулукском водохранилище, открыли сезон льда, походили, побурили, попытались половить, что-то даже поймали. В общем, в целом, отличные компании, отдохнули, замечательно. Приглашаем всех на лед, на рыбалку. Горячее блюдо на таких мероприятиях уже традиция, и сегодня этим блюдом стал плов. На огне, в казане, по всем правилам. Красотища! Вот оно счастье, и не только рыбацкое. Ну вот и подошел к концу наш фестиваль за открытие Кутулукского льда 2015. Ребята порыбачили вдоволь, можно сказать. Кто-то поймал рыбу, кому-то удача не улыбнулась. Ну и не в этом суть. Главное, встретились, пообщались, посмеялись, пошутили, покушали пельмешки, покушали плов. Попили чай горячий. Вот. Ждем вас на новые мероприятия. Всех приглашаю всегда. Все мероприятия у нас проходят дружно и весело. А наша программа на этом прощается с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!